Вы знаете, мое желание очень, может быть, они скажут, что я человек Советского Союза, рожденный в СССР, как говорят, но вот это бесплатное, то, что у нас было, это роскошь была. Вы понимаете, это царство было, потому что люди могли лежать в больнице месяц, сделать операции бесплатно. Но когда мы сейчас кричим: люди, помогите ребенку, собираемся всем миром для того, чтобы сделать операцию ребенку. Но, ребята, мои дорогие люди, ну это нонсенс. Поэтому, если прислушается наш Владимир Владимирович к нам, к людям, и сделают побольше бесплатного и образования, и медицины, и ЖКХ, тогда мы будем жить в раю небесном. Вы понимаете? Вот это мое мнение. Если оно важно, то я вот от всего сердца, не таясь, откровенно сказала то, что меня всегда гнетет, и я всегда возмущаюсь этим.